Здравствуйте! В эти первые новогодние дни в передаче «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о мемориальных иконах из фондов Государственного музея истории и религии. Традиционно во многих семьях заказывали икону в честь новорожденного младенца, сочетавшую в себе несколько изображений святого покровителя ребенка. Вот здесь, на этой иконе, мы видим трех покровителей. Один из них – это ангел-хранитель. И это очень частый персонаж в иконах, которые связаны были с рождением ребенка. Святой покровитель по имени, в данном случае княгиня Ольга, и святой покровитель по дате рождения, святой Акипсим. Перед вами икона, которая была поднесена иконописцем Иосифом Панкрышевым Николаю II в честь рождения его первенца, старшей дочери княжны Ольги. И поскольку родилась Ольга 3 ноября, то вот здесь, на этой иконе, и появляется святой покровитель девочки по дате ее рождения. Известно, что когда родилась Ольга, 14 ноября ее крестили в Царско-Сельской церкви, совершал обряд крещения протопресвитер и духовник Иоанн Яновский. 14 ноября – это день рождения одной из тех, кто принимал ее, восприемниц, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Это был день ее рождения и годовщина бракосочетания родителей. Вот такой был выбран день. Но в данном случае это не отразилось на этой иконе, потому что икона была сделана чуточку раньше, и посвящена она была не крещению, а именно рождению девочки. Среди памятных икон нашего собрания есть иконы, связанные также с благословением. Это иконы благословения на брак, иконы благословения духовного отца, благословения возвращающихся воинов и так далее. И вот одна из таких икон, очень маленькая, непрезентабельная сама по себе иконка, выполненная не специально по заказу. Икона с изображением покрова Божьей Матери. На тыльной стороне этой иконы большая рукописная надпись. «Покрой ее честным твоим покровом и избави ее ото всякого зла, молящий Сына твоего Христа Бога нашего спасти душу ее». Графине Зинаиде Сумароковой Эльстен, благословение ее отца – князя Николая Борисовича Юсупова 3-15 сентября 1882 года, город Вена. Освящена в Вене в церкви Успения Пресвятой Богородицы в 1882 году. Иконой покрова Пресвятой Богородицы князь Николай Борисович Юсупов благословил в 1882 году свою дочь Зинаиду на брак с Феликсом Феликсовичем Сумароковым Эльстон-старшим. Благословение было дано в Вене, где Николай Борисович провел последние годы жизни.
Вот такая икона с изображением довольно редкого сюжета в православной иконографии – это изображение Богоматери «Прибавление ума». Эта икона также памятная, имеющая большую памятную надпись на тыльной стороне. Ее сиятельству, графине Анне Сергеевне Шереметьевой, сим изображением Божьей Матери усердствует отец духовной церкви преподобного Харитона-исповедника, что в Огородниках, посвящает Константин Миляев сентября 21 дня 1840 года. Список с древнего родового образа, пожертвованного сего же года в Святой Град Иерусалим под названием «Избавление от разных непредвидимых несчастных случаев». Вот такая икона явно была сделана на заказ, потому что кроме центрального изображения Богоматери «Прибавление ума», мы видим здесь изображение святых покровителей нескольких поколений Шереметьевых. И внизу изображение святого Харитона-исповедника, покровителя той церкви, которой принадлежал духовник Анны Сергеевне Константин Миляев, который ее и благословляет вот такой иконой, являющейся, как написано с тыльной стороны, списком с их родового образа. Среди памятных икон нашего собрания есть иконы, связанные с юбилеями, со светскими и церковными юбилеями. Вот одна из таких икон связана с юбилеем, вернее, с празднованием юбилея 50-летия Исаакиевского собора в Петербурге. На этой иконе мы видим изображение святого Исаакия Далмацкого, покровителя Петра I по дате его рождения, и святую Анну Кажинскую. В нижнем клейме есть большой посвятительный текст, который говорит о том, что эта икона написана в Исаакиевский кафедральный собор в память святых торжеств. Празднование в 1908 году 50-летия его и в 1909-1910 в честь святых Анны Кашинской и Ефросинии Полоцкой. Их же молитвами спаси Господи и раба твоего Феодора. Санкт-Петербург, 8 февраля 1911 года. 8 февраля – день памяти Федора Стратилата, который изображен в одном из клейм этой иконы. И он является патроном, святым покровителем заказчика, определившего состав святых на иконе. В верхней части этой иконы мы видим изображение Тихвинской Богоматери. Как раз в 1858 году, в год освящения Исаакиевского собора, в Петербурге прославился один из списков Тихвинской Богоматери, поэтому, вероятно, по велению заказчика его и также изобразили на этой иконе. Еще одна памятная икона нашего собрания также написана по поводу юбилея, но юбилея уже абсолютно светского. Это юбилейный 8-й съезд Московского археологического общества. А изображена здесь, мы видим, святая преподобная Параскева. Изображена она на фоне Московского Кремля. Она изображена так, как изображаются обычно основатели монастырей, на фоне основанного им монастыря. Ни сюжет, связанный с преподобной Параскевой, ни с Параскевой Пятницей, ну уж никак не может быть связан с Московским Кремлем. Но все объясняет тот повод, который был для создания этой иконы. Написана она выдающимся мастерским иконописцем Иосифом Панкрышевым. Написана она в 1890 году. Именно тогда в Москве и происходил вот этот юбилейный съезд Московского археологического общества. Председательствовала на этом обществе и возглавляла его в это время Прасковья Сергеевна Уварова. Графиня Прасковья Сергеевна Уварова была избрана председателем Московского археологического общества после смерти своего мужа, графа Алексея Сергеевича Уварова –
который являлся основателем и первым председателем этого общества. Всю свою жизнь супруги Уваровы посвятили археологии. Алексей Сергеевич известен своими открытиями в области русской и славянской археологии, а Прасковья Сергеевна Уварова внесла значительный вклад в исследование истории и археологии Кавказа. Стала второй после Софьи Ковалевской русской женщиной, удостоившейся титула почетного члена Императорской академии наук. После революции уехала из России и умерла в эмиграции в Югославии. И в знак того, что вот этот археологический съезд происходит, Иосиф Панкратов пишет эту икону. Символом того, что этот съезд происходит в Москве, становится вот это изображение Московского Кремля. Здесь есть еще один символ. Вверху, в верхнем клейме, изображение Георгия Хазевита, который почитается именно в день основания, в день открытия этого съезда. И еще одна икона, которая написана по поводу не связанного с какой-то религиозной датой или с каким-либо религиозным событием или юбилейным семейной жизни. Эта икона написана по поводу открытия в Калуге водопровода. Дело в том, что в Калуге на деньги крупного промышленника и мецената Макарова был построен водопровод в Калуге. И вот об этом есть надпись на тыльной стороне этой иконы. Списан с иконы, поставленный изобретателем водопровода в Градской Калуге Думе, и от его же благословения сей образ – благословлен внуку моему Антону Макарову в день его ангела 23 мая 1837 года в Калуге. Дело в том, что когда в 1809, вероятно, году Макаров создает на свои деньги в Калуге водопровод, это было очень крупным событием для Калуги. Там была сделана большая чаша, в которую стекались воды ключа, который находился около церкви Михаила Архангела. По специальным трубам туда подводилась вода, и этой водой снабжался город, и также эти воды использовались для тушения пожаров. И вот была написана икона, список с которой Макаров дарит своему внуку. И эта икона находилась достаточно долго действительно в здании городской думы. И здесь есть изображение и той пользы, которую приносит это водохранилище, и фонтан, который практически до сегодняшнего дня существует в Калуге, но он был перенесен на другое место и поставлен уже в городском саду, когда начал функционировать нормальный водопровод в Калуге. Наш рассказ о памятных иконах подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.